тут до самої землі. Ваш подвиг повсюду, як пламя сіяє. І вами по праву гордиться народ. Сьогодні страна всіми мислями з вами і дальна вашим славним ділам віддає. Мовчанням павших героїв пом'янням, безсмертям їх подвиг навеки покрит. Як клятву слова повторять не устанем, ніщо не забито, ніхто не забит. В этом году мы решили сделать все немножечко поскромнее, может быть, в отличие от предыдущих лет, поскольку у нас будет лишь три пикета. Первый пикет, как мы видим, на Столиваров-строителей, второй пикет у нас на Советском проспекте, и третий пикет – это площадь химиков. То есть в среднем у нас гвардейцы выходят дарить людям радость, георгиевские ленты, в количестве около 300 штук. Таким образом, мы порядка 1000 горожан, наверное, порадуем своими небольшими презентами и, наверное, присоединимся еще раз к великому празднованию нашей 69-й годовщины.